Здравствуйте, зрители, подписчики моего YouTube-канала. Это видео будет о древнем ихлейском сайте в США. Если память не изменяет, племена Анасази. Это их поселения, их различные там жилища, там, типа вот вроде кратера, там, не кратера, воронки такой каменной. И они там построили свои жилища. Вот интересное археологическое место. Конечно, там почти ничего мегалитического нет, может, там один-два крупных блока, даже не поворачивается назвать их там сверх какие-то мегалитическими, но и очень интересное археологическое место, малоизвестное, мало кто даже в США знает, что они там есть. Труднодоступное для обычного, так как обычно они там в таких засушливых местах полупустыни, где мало дорог. Ну, более подробно вы увидите дальше видео. Спасибо за ваш просмотр. Спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу. Я покажу всю доступную информацию, которую смогу найти об этом интересном древнем археологическом месте. Местного, древнего, ну, индейского населения этой области. В США. Сейчас он находится в США. Спасибо за ваш просмотр. Спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу.
Thanks for everyone people who helps for my YouTube channel. Thanks for everyone who helps for my YouTube channel. Thank you for watching this video.